Всем привет, друзья! Сегодня будем делать полезную самоделку из обычных пластиковых заглушек 110-й канализационной трубы. Но для начала подготовим заготовки из доски 100×20. Дальше все сами поймете. Я продолжу, вам же желаю приятного просмотра, все видео будет в ускоренном режиме. Погнали!
Как вы видите, получился интересный шкафчик с выдвижными ящичками из заглушек. Туда можно складывать саморезы, биты, сверла, все что угодно, что подходит под этот размер ящичка. Сбоку я сделал дополнительные органайзеры из остатков 40-й трубы. Получилось просто и дешево. Потратился 50 рублей на заглушки и 100 рублей на ручки для ящичков. Кусок доски, саморезы и морилка у меня уже были, я это не покупал. Напишите в комментариях, как вам такая самоделка. И может есть идеи, как улучшить или может быть сделать еще что-то из заглушек или из остатков канализационной трубы. На этом все. Если понравилась идея, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!